Так, история охренительная о том, как я возвращался домой. Но сначала Евкаки, поздоровайся. Я же тебя еще даже не снял, представляете? Единственный момент, когда я Евкаки не с порога снимаю. А ты что, снимаешь, что ли? Да, уже снимаю. Друзья, товарищи, подружки. Всем привет всех, с Новым годом. Заскочил я к викторине. На кофеечек. А тем временем... Чем это закончится? Это закончится тем, что тебе очень понравится. Дай мне, вот. Короче, морозный сказ о том, как я вчера от родителей возвращался. От родителей до меня 4,7 километров, то есть 5 километров практически. Обычно эта цена в индрайвере 150 рублей. 150 рублей в индрайвере указываешь, водители соглашаются, заказываешь их, едешь, все нормально. Вчера я, часа в 4 утра уже, я не вчера, сегодня... Ну сразу, Новый год отметили, а от них решил поехать к себе. Никто не отвечает, на 150 рублей никто не клюет. Поставил 200 рублей, никто не отвечает. Я думаю, может все таксисты уже все, уже по домам, уже дрыхают, может там, или приложение глючит. Эксперимента ради, ставлю цену 500 рублей. Тут же мне простыня, там человек 8 тут же соглашаются меня вести. Я думаю, ну нафиг, отменяю заказ, хрен вам, а не 500 рублей. Ставлю 150 рублей и жду. Там один из таксистов предлагает мне этот цену за 200 рублей ехать. Я уже понимаю, что у меня безвыходная ситуация. Сейчас все таксисты тройную плату берут. Что ты ищешь, Катя? Кофе? Да вон же оно, где и было раньше. Вон он, кофе. Кофеёчек. Спрятал, блин. Я его тут шукаю. Ну так вот, таксист мне предлагает за 200 ехать, я жму согласиться. Потом он в такси уже угорает. Что ты в какие? Она не лезет. Так ты ложку правильную выбирай, правильного формата. Так я ее помыл. Так этого мало, надо ее обточить еще. На, помой вот эту ложку. Да ладно, я так посмотрю. Ну и в какие, ну... Япона мать. Ты как перец, как приправу. Ну а как? Ну и таксист, это, короче, потом угорает и нахрен, говорит, 500 рублей всех сбаламошил. Я говорю, ну а нехрен срубать, честно, граждан. Я, кстати, честно указал в комментарии, пассажир трез, там помимо пункта А, пункта Б цены, можно в комментарии что-нибудь указать. Я всегда пишу, пассажир трезвый. Ну это правда все? Потому что ладно там пьяная бухая скотина, когда едет, ее вести это не такое уж удовольствие. Там с них можно содрать в тридорога, а когда честный, цивильный, порядочный, трезвый гражданин едет, там уж извольте обслужить, как подобает. Верно, Евкатий? Согласен. Ты не помнёшь этой херни? Я не помню твою ложку, нет. Как в том и Джерри, ты помнишь, когда он химичил, начал размешивать, ложка аж поплавилась. Не многовато ли я фиганул? Нормально. А я просрусь от нее? Очень. О, я обожаю это. Все, хули уже, блядь. Евкаки сегодня пьет кофе со сливками. Как вы, наверное, помните, в видосе двухлетней давности Евкаки не побрезговал забелить у меня кофе прокисшим молоком. Сейчас у него сливки будут свежие, не просроченные вот даже. Доказательство вон. 29 апреля, 21 год. Просроченные? Этого года, что ли? Да. Ну, до 21 года. Да, 29 апреля. Так что, Евкаки, 29 апреля приглашаю тебя доедать сливки. Ладно, сейчас чуть надумаем. Может, поиграем, может, постримим. Посмотрим, как будет. Оставайтесь на связи. Офигенно. Вкусно? Угу. Я это захотел. Сливы прям вообще ништяк. Сливки.